nakon posete, raznih poseta Rusko-srpskog humanitarnog centra po raznim osnovama. Evo nas i sad u školi na želju spasilaca međunarodnog ranga, da sa nama, sa vama prvenstveno obave jedan razgovor da na razne teme i sada izvolite možete da kažete i da počnete. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Владимир, фамилия моя Чернин. Это мой коллега Захар Андрей. Мы являемся действующими спасателями отряда «Центроспас» МЧС России. Добрый день еще раз. Ово е господин Владимир Турнин, ово е Андрей Захаров и они су спасиоце одреда Центра Спас Министарства за ванредне ситуације Русије. Мы бы хотели выстроить сейчас не в форме урока наше общение с вами, а в форме не в форме монолога, а в форме диалога. И хотели бы да подержим овој час не в форме монолога, а в форме разговора с вами. У нас в принципе в России, как и у вас, как и в принципе по всему миру, одни и те же проблемы, одни и те же проблемы безопасности. Ну, мы все любим. Мы имеем также иные проблемы безопасности, иначе иные проблемы, все мы люди, как здесь, в Сербии, так и в Руси. Поэтому мы хотим поделиться нашим опытом с вами. Вы, возможно, поделитесь вашим опытом с нами, потому что человек должен учиться всю жизнь. И вот даже сейчас мы также учимся, как и вы. Также бы хотели да поделим свое искусство с вами и да вы размените свое искусство с нами. Хотели бы нечто да научим от вас, jer константно учим и чек тренутно нечем се учим. Меня знакомый мой хороший друг, заслуженный летчик-испытатель, сказал, когда я перестану учиться, скажу, что я все знаю, то это значит, пора уходить.